Доктор. Доктор. Сын мой умирает. Ты что? Болен, доктор? А? Доктор. И Джабера я. Сын мой задыхается. Хрипит. Уходи, Божий человек. Слышишь? Уходи. Ты что, не видишь? Болеет наш доктор. Очень болеет. А как же с сыном? Хрипит он. Задыхается. Я сейчас. Куда это ты собрался? Поехали. Маро, Маро, Рубена увезли. Только как что? Увезли? Куда? Больному в горы. Доктор. А? Ну, покажи язык. Еще. Простыню чистую и горячую воду. Много воды.
кокаин. Вот это. Все, все. С мальчиком. Теперь мне укол, быстро. Молодцы меня успели привести. Мальчик будет жить до 100 лет. Будет. Его нельзя оставлять здесь. Надо в больницу. Только вот как мы его по этим дорогам спустим? О чем говоришь? Сейчас бегаю за людьми. Мы нашего дорогого доктора как свечку спустим. Как молоко на блюдечке понесем. Всю жизнь я ходил среди этих кроватей, сейчас сам лег на одну из них. Ну и чё, правда? Сейчас я твой больной, а ты мой врач. Ладно, ладно. Знаешь, может быть, это последняя операция моей жизни. Пустяковая, правда. Но все-таки. Понимаешь, они
они всегда приходят в последний момент. Вот в последний момент, когда... Тебе нельзя разговаривать. Знаешь, я всегда ненавидел слова «медицина бессильна». Я дрался за 1/1000 надежды, если она была. Дрался, понимаешь? Так что ты предлагаешь, Рубен? Ну? Думаю, что нужно выписать больного. Здесь клиника, а не исследовательский институт. Вот, пожалуйста, нужно выписать больного. Значит, решили. Меня зовут Васпур. Васпур Саакян. Мне 72. Была свадьба брата. Да, танцевали до утра в прошлое воскресенье. Отцу было 90. Мы из Сосуна. Сосунцев нелегко свалить. Чего ты хочешь, доктор? Если надо, режь. Много всякого я видел. Многое перенес. Крепкий я. Да и жить охота. Все, не куришь? А у меня не получается никак. Целый месяц креплюсь, а потом... Значит так, больного Саакяна выписываем завтра. Иван Христофорович, ну позвольте мне, а? Ты это о чем? Я сегодня разговаривал с этим больным. Ну? Не знаю, как объяснить. Вы видели, какие у него глаза? А как же с братом больного? А я не знаю, как с братом больного. Я понимаю, шансов слишком мало. Это я понимаю. Но ведь если все удастся, ведь будет жить человек, будет жить долго. А что сейчас? День другой. Ну хорошо, пусть месяц. Ну, погоди. Погоди. Дело в том... Тебе известно, что наша клиника славится... Да, это мне известно, наша клиника славится. Иди ты к черту.
Сейчас. Профессор. Рубен Николаевич. Да, иду, иду. Как состояние больного? По-прежнему. Да. Нужен? Да нет, нет, вы спите, Иван Христофорович, спите. Состояние больного? Пока изменений нет. Понятно. Так вот, Рубен, знаешь, что операция прошла идеально. Слышь, идеально. Да, да. Что ты сказал? Я говорю, спокойной ночи, профессор. Алло. Алло, алло, Рубен. Чаю хотите, Рубен Николаевич? Да нет, не хочу. Брат больного пришел. Мне надоел этот брат больного. Чего он там еще хочет? Повидать больного. Мне кажется, надо разрешить. Ну, если надо, пусть повидает. Пожалуйста, достаньте мне что-нибудь покурить. Скажите, у вас курящих нет? Держите. Спасибо. Думаешь, делаешь добро? Мужчина должен курить. Вы ведь не курили? Что-нибудь случилось? Так, значит, есть глаза, которые за мной шпионят. В окно видно все. Мне иногда кажется, что он грохнется на город, на наш дом. Вам иногда приходит старушка. Смешная такая. Это моя тетка из деревни приезжает. Ну, кто еще у меня бывает? Женщины к вам не приходят. Да. Ну, почти не приходят. Подайте корзину. И все-таки с вами что-то произошло. Неприятности по службе. А ты любопытная. Это плохо? Не знаю. Маро! Маро! Мама. Ну вот, теперь я знаю, как вас зовут. А я знаю не только ваше имя, но и фамилию. Да ну. Рубен Азарян. Знаю, что вы врач и работаете в первой больнице. Знаете, я хочу в медицинский. Да, почему? Врачи нужны людям. Не всегда. Нет, конечно, врачи нужны. И вообще человек нужен человеку. Но знаешь, в любой профессии бывают срывы, поражения. Не говорите неправду. Это вам не идет. Хотите знать, почему медицинский? Ну? Чтобы работать потом вместе с вами. А почему? Я тебя люблю. Ого. А сколько тебе лет? Скоро 17, но это не важно. Понятно. Начиталась художественной литературой, вот что. Слушай, а вот вдруг я тебя не полюблю? Этого не может быть. Thank you.
приготовь его к операции. Здесь? Тампон. Светлана, слушай, а у нас есть что-нибудь пожевать? Есть, есть. Ну так давай, что? Вот, давай сюда. Выживет? Обязательно. А как с окружением? Чего окружение? Выберемся. Ты понимаешь, то, что мы сегодня сделали, это пустяк, конечно. Но мы же продвинулись хоть на один сантиметр. Понимаешь? Угу. Мы же чего-то поняли с тобой, правда? Чего-то поняли. Вот видишь? Это обязательно нужно будет другим. Ну ладно. А ну пали. Его нельзя трогать. А мы его понесем. Петя.
меня был старый учитель. Он считал, что человек не успевает в жизни сделать лишь самого главного. Да, пожалуй. Рубен Николаевич. Да. Вы ни разу не сказали мне ласкового слова. Неужели? Ни разу. А что, было время, я не сказал? Не было. Вот видишь. Как тебя зовут, парень? А? Пить хочу. Воды. Дай-ка. Ну, сейчас мы принесем. Сейчас. Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Нужно снова 100 лет, чтобы здесь были деревья. Был лес. Не только люди гибнут, но и деревья. Всю ночь немцы бомбили. Без передыху. Сжечь такой лес. Если и дальше так будет, весь мир задымится, один пепел останется. Thank you.
Простите. Проходи, проходи. Извините. А вы знаете, моя внучка уже абсолютно... Ой, знаешь, простите меня. Ну ничего, иди. Простите. Ходи, давай. И еще одна. О, а вы шутник, Друг Александр. О, вот и закуска вовремя подоспела. Давайте, вот сюда. Вот сюда. Вот так в центре. Тихо, тихо. Закрывайте свою шарманку, всех к столу. Прошу вас, товарищи. Пожалуйста. Я хочу сказать несколько слов. Идем. Дорогой, дорогой Гурген Александрович, желаю тебе всего наилучшего с наступающим вас. Спасибо. Правильно, спасибо. Правильно, вас также. Правильно. Благодарю. Наступающий. Благодарю вас. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Так, берегите нашего Рубена Николаевича. Берегите, пожалуйста. Правда, он сам себе в обиду не даст. Он еще наломает дров в вашем научно-исследовательском. А может быть, мы затем и берем его к себе, Рубен Николаевич, а? Друзья мои, мы же уговорились сегодня о деле не говорить ни слова. Хорошо. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будем есть и пить. Пожалуйста. Так. Прошу вас. Ножку вам. О, пожалуйста. Благодарю вас. Берите. Спасибо. На здоровье. Спасибо. Кушайте. Значит так. Я никогда не говорил тебе ласковых слов. А вот сегодня я... Подожди. Ладно, открывай. Заходите. Вам кого? Рубен Николаевич! Доктор! Не узнаете? Ну, как же? Павлов! Ну что вы, как же, конечно, узнаю. Проходите, пожалуйста. Помните воронку под Тулой? Иннокентий я. Иннокентий Гаврилович Павлов. Арматурщик. Вы еще говорили о великом однофамильце. А, так помню, конечно, помню. Здорово, 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 здорово. Здорово. Ну, хватит вам обниматься. Зови гостя к столу. Ух ты, познакомься, это моя жена. Иннокентий Гаврилович. Вот, Иннокентий Гаврилович. Очень приятно. Да. Ну, ты раздевайся, Кеша, раздевайся. Давай. Ну что, пошли? Пошли. Ну давай. Ну, давай. Неудобно. Ну чего неудобно, тут все свои, чего неудобно. Познакомься, это мой фронтовой друг. Вот, как тебя? Иннокентий Гаврилович Павлов. Павлов, Иннокентий Гаврилович. Садись, садись, Иннокентий Гаврилович, садись. Ну, я думаю, штрафной. Обязательно. Ну как, неудобно. Наливайте, наливайте. Неудобно. Только ничего, гармяцкий, попробуй. Ну давай, давай. Ну как же? Ну давай. За ваше здоровье. Ну как? На здоровье. О, чего там? А что? Сало! Деревенское. Смотри-ка. Ну, здесь без острого ножа ничего не выйдет. Маро! Да? Принеси, пожалуйста, острый нож. А, сейчас. Собственная, рябиновая. Рябиновая? Мы сейчас попробуем. Нет, нет, нет. О чем это я? А, вот как это было. Начал немец кидать против нас минами. Ой, что было. Очнулся я в воронке. Гляжу. Доктор Рубен Николаевич. Понимаете, мама, в воронке. Вот что я думаю.
Давайте все вместе скажем доктору спасибо. С удовольствием. Он этого заслужил. Подставляйте бокалы, бокалы подставляйте. Все вместе, громко. Ваш бокал. Спасибо. Спасибо. Что я оставил на дорогах войны? Что потерял за эти 4 года? Людей. Только людей. И среди них тех, кого любил. А что приобрел? Не знаю. Может быть, еще больше полюбил людей за их страдания, за мужество. Сейчас узнаем. Чего остановились? Да, ничего страшного. Так вам действительно в Корут? Да, мы в Корут. А что вы там потеряли? Понимаете, я там родился. О, ну считайте, что вам повезло. Я бухгалтер корутского колхоза. Земляки выходят. Давай жену в кабину. А девушку можно? Можно, давай. Так вы их забираете, да? Да, да, давай. Ну что ж, нам повезло. Давайте. Пойдем в кабину. Идите. Ну-ка, давайте я вам помогу. Давайте. Постойте, надо закрыть сначала. Ну, ты готов? Поехали. И лежи смирно. Смотри на меня. Знаешь, что такое безделье? Конечно, знаю. Целый месяц. Вечность. А что такое вечность? Не знаю. Они что, воду из ущелья несут? Ага, оттуда. Скажите, а у вас в районе есть карета скорой помощи? Не видели мы ее, доктор. Как же вы больных перевозите? На телеге, что ли? На чем попало, а то и вовсе не перевозим. А вот зимой опять у вас дороги закрыты бывают? Зимой весь свет на одной стороне, а Корут на другой. В прошлом году это было, внук мой. Пока до больницы довезли, так и ушел от нас ребятенок. Здравствуйте. Здравствуйте. Ух ты. Что это у нее, а? Ушиблась немного. Рана большая. Ты чего, а камень ударила, что ли? А камень.
Что? Забыл. Помоги мне, что-то не могу отклеить. Забыл, как это делается. Ты что, ко мне? Вартуш? Вдова бригадира АВО. Что с тобой, Вартуш? Ну что случилось? Ты чего плачешь? Скажи, я скоро приду. Идем. В чем дело? Позора этого я не переживу, доктор. А что такое? Спаси, помоги. Видит Бог, не виновата я. Ошиблась. Я не хотела так. Освободи меня от этого. Понятно. Во-первых, это не по моей специальности, понимаешь? Не говори так, доктор. Не говори так. Ты все можешь. Не говори так. Да. Слушай, ну а что страшного, если родится ребенок? Нет, это здорово. Нет, нет. Не пойду домой. Я не пойду домой. Ни за что не пойду домой. Ну, помоги, доктор. Помоги. Понимаешь, это запрещено законом. Запрещено. А этого нельзя. Ну как через закон? Этого нельзя делать. Ну, доктор. Я не знаю, я ничего не могу сделать, я просто не знаю. Домой я не пойду. Ну, пожалуйста, будем сидеть здесь. Будем. Разбежались гости. Ну и пусть. Задержался я, понимаешь? А мы втроем будем кутить. Наливай. Довольно. Ну, поехали. Ну. Чего? Хочешь? Mm-hmm. Ага. А тебе не дам. Не надо. Рекс, фит. Ты совсем себя не бережешь.
Ну, смотри, что она сделала. Ну, зачем она? В больницу. Иди домой, иди. Пошли. Ну вот, пожалуйста, одна смерть из сотни спасенных забытой. Какое им дело до спасенных? Да, ты права. Зачем я оперировал? Зачем? Это было безнадежно. В таких случаях врач должен надеяться. Хотя бы на чудо.
Вот готово. Могли с тобой жить в больших городах, работать в больших больницах или исследовательских институтах. Я ведь толковый врач, правда? Толково мне говорили. То, что мы здесь сделали, это не менее важно. Не менее важно, понимаешь? Я ведь никогда не говорил тебе ласковых слов. Один раз опоздал, теперь не хочу. Я люблю тебя. Очень люблю. И мне всегда было хорошо с тобой. Прости за столь позднее признание.